должен пробить. Еще немного. Дымит уже. Давай назад и еще сюда. Это ОТН. Палка. Крис, отойдите. Давай назад еще. Это жестячок. Попробуй туда. Так, тут рубилово знатное. О, какой УАЗ модный. На БТРовске. Красивый. Шестиболтовые диски. Мосты с патруля, наверное. Так, друзья, опять у вас на БТРовских. Мосты у Немох. Вот это уровень. Так, ну тут для этого аппарата создана эта дорога. Смотрите, вот там вот самое то, что доктор прописал. Вот это номер. Ёханый бабай. Ну еще не сидит. Охренеть вообще. Такого еще не было. Вот это номер. На портальных усилах. Да. Я вот теперь думаю, что шишир идет. А что, оставить туда придется? Не включил, может? Вот это класс! О, на этом, что он накопал. У папы на лебедке копал. Место. Не копай, а голебедка тащи, а он копает перед собой. Так это Павло накопал? Вот это номер. А это крутится, а вот то нет, да? Работает блокировка, давай выйди сейчас. Правая работала тоже. Она перекидывает раз через раз. Крутится правая, Лень? Пробуй раскатать вперед-назад. Не хватает. Вот это жестячок. Блин, колея, смотрите. Просто жестяк. Просто, если я поеду по кустам, там... Не-не, нельзя, это нарушение, да. А здесь можно? Здесь, да, вот тут можно. А вот здесь, посреди, между этим и этим. Да, да. Все, едет. Все, сидит. Нет, давай, подъезжай. Подожди, ты с запорожцем, ты так не везде не гоняй. О, ребят, люк легче им. Ну как БТРовская, 1.10 м колесо где-то? 1.12 м? Вперед! Не, просто сидит уже, все, уперлась мостами. Это жесть вообще. Да, метр глубина в колее. И БТРовских, и у Немоговских, БТРовских шин, и у Немоговских мостов не хватило, представляете? Жесть просто. Так, ну что, ГАЗ-66-то спасет. Без вариантов. Красиво. Красиво. Если б сразу блок был включен, то может и пролетели. Блин, офигеть вообще. Ты забрал заброды, работай, отработай. Отработывай, говорит. Сними блокера. Блокера. Одна свободную. Все, давай. Девушка, как вам там маршрутка? Нормально? А за проезд вы заплатили? Заплатили. Нормально. А, двойной даже?
А Володя уже купались? А будете. Это процедуры болотные. Это обычно этим заканчивается. Все так говорят, не буду, я там не поеду. А потом... Руслан, быстрей! А потом, ой, блядь, хлюп! И пофиг уже все, да? Кто там пошел? Да ладно. Я говорю, там нормальная дорога. Вот, это не пойду. Ура, ура! Я машина легче за вас. Шакл есть? Шакл? Нету! Бросай, кидай! Пусты кидай. Обходи вот так. Я так не пойду. А как узнать, что он снимает? Меня, а тут рыгает красный. Да. Рыгает. Батарея как раз там рыгает, так? Да. Это значит зима, да? Назад, будет. Не тот шакл? Не влазит. Ту уже не губо колония. Здесь уже нет. Мне надо как-то вот тут. Да. Руслан, что там за проблема у тебя? Не умеешь шакель зацепить? Да. Это вырве. Это кольцо. Не влазит, кто-то конструкторские просчеты совершил. Маленький шакель, иди сюда. Не, шире надо, вот тут, чтобы было. Ребята, давайте шакель, доставайте машину. Потом глонь. Подъезжай спереди, будем вперед, надо попробовать. А есть за что цепнуть там? Спереди есть за что? Блин, тросы испачкали новый. На. На, шакал, тебя сдаю на ответственное хранение. Не-не-не, это лони отдай. Не, грязный он у тебя. На, вот бери чистый. На ответственное хранение. Давай назад его тянем. Лоня, давай, ты еще не распаковывал никогда новую стропу. Лоня, только не мусори. Я не буду мусорить, не ссы. Давай, Леня. Ты проедешь тут или нет? Ты прямо скажи. Я? Да. Я буду читерствовать, конечно. Сразу на блоках, короче, разгон возьми с поляны, там метров 200. Я вот здесь буду ехать. Леня. Режь. Не надо ничего резать, я все сделал. А ты запакуешь потом в продажу, типа, назад? А. Андрюха вперед зацепил. Мотор дизель. 2.9 спринтер. Спринтер 2.9 и коробка. Восьмерка. И коробка низкая. А я же знаю. Так 603? Не, 603 це старий. Це спринтеровський, то вони поїдуть. Помагай! Колосами, помагай! Вперед! Он завидел. Да не, он пес. Давай воду. Там Андрюха ж на скользком не... Зад не крутится! Блокировки не уже, это, что-то хрустнуло. Что-то хрустнуло. Это уже пора бы не крутиться. Нет, уже не блок цепляете, он так не поднимет. А это... Ему не надо туда тянуть. Не надо. Братцы, конечно, голяк, ты даже на сантиметр его не сдвинул. Голяк, да? Главное! Как тебе сказать? Отцепляй, Будя, Этель, Лоня, отцепляй его. Нет, так нормально, он сам вперед проехал. Сам проехал? Да. Чуть-чуть, да? Не, ну Андрюха помогал. Ветка-то работала. Русла, иди, цепляй, люди мучатся, не видишь? Иди. Оттуда смотри, надо. Все, Рус спаситель иди. Вполне естественного размера, да. Все, вот так вот и тяни. Нет, так. А его по-другому никак. Вот ты вот так вот. Может, я еще тут проеду, сколько смогу. Лень! Заводи! Справа проходь! Тут милка. Что, проходи? Я не знаю. Натяни трос, Рус! Трос натяни. У него механичная лебедка, да. Можно вытянуть? Можно, не пытаться. У него на механике шпонка срезается, по-моему, на 6 тонн. Не. Если болт стоит, то больше.
Подожди, блин, присосало. Пускай заводится, тут бампер. Помогай! Помогай назад! Все, иди, иди, нормально. Лебедку давай. Лебедка не тянет. Лебедкой, лебедкой. Только лебедкой. А что колеса крутится? Бо у него можно включить так и так. Он должен выключить колеса и включить только лебедку. Надо ослабить трос. Блядь, Лёня, ты провалился! Теперь на тот край? Ты сейчас упадешь туда. Еще. Стоп! Блин, давай вдвоем выйдем. А нам куда? Давайте его столкнем просто куда. Все, Лоня, уезжай! Руслан, что вы тут поломали, скажи? Борода. Бородач? Бородач. Давай направо, Лоня. Направо, Лоня, справа должен пройти. Полный право. Полный право и пошел, и коксу. Там уже не глубоко, там выезд нормальный. Стоп, я их погнул, не поломал. Крис, снимай, Крис. Снимаю. Подожди, не тяни. Только лебедку, только лебедкой. Только лебедка. Руслан, скажи, без колос, только лебедка. Нет, давай. Лебедка, не колеса. Не тормоза, надо отключить колеса. Не надо тормоза. Он колеса включены у него. У него колеса включены. Надо выключить колеса. Надо размотать шишку аж туда, чтобы она выскочила. Упал ее крутит. Конечно, колеса будут стоять. Они не могут. Увидишь, он тащит колесами задними. Да не, это будет не вверх, это будет вниз. Рост, надо назад его максимально, чтобы он отъехал. Давай! А что? О, давай, да что ж ты не едешь, ё-моё!
Подожди, подожди. Да он не едет, он, блин, дергается и глохнет. Давай! Они что-то порвут точно. Все, мы его не сдвинем, надо еще кого-то. Не, он неправильно девает. Тут надо давай. Только лебедку. Давай, вот, второй, я его туда в яму, чтобы он сел где-то. Да машина на заде. Андрюх, ты туда заедь, там разверни. Право руль, Андрей. Не так, Андрей. Стой ногой, вот еще кто-то сядет там. За люстру держится штурман. Он вторую лебедку тащит. Выключается, на тормозах были колеса. Нет, да. Включится задние колеса, он перевод, полный привод выключил. Давай. Давай, Андрюха, еще правее. Смотри, что у Руса сидит на руке. Не, Рус, цепляйся там, где... Стрекозел. Саша, это за стропу туда, за петлю. Или за кольцо он натросит. А лучше за это, да. Натягивай, Андрюх. Рус, не дергайся. Давай, Андрюха, крути. Надо подобрать. Сейчас двумя выйдет. Стрекода такая сидит тебя на руке. Я снял видео. Ух, красивая какая. Главное, что она... Так она кусает, меня укусила. Это ты, Вовка, смотри у него, да? Уходи, надо съебывать. Помогай, помогай! Она, наверное, стой, стой! Сдохла. Рус, она сдохла, она висит. Помогай колесами! Давай, едь! Лопни сейчас все это, бля. Пошел, пошел, снимай, снимай, снимай. Не копай, потихоньку, потихоньку. Пошел, 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 красавчик. Вот и все. Чуть-чуть не хватало. Ты видишь, это как Макс Омега УАЗ, только надежнее, да? Внемоговские мосты. Да. Клиренс больше, но предел есть у всего, видите. Блокировки задние. Есть предел, есть даже это. Да. Ну это не серьезно, право, конечно. Руль, полный права. И назад. Сейчас Светаль поедет. Стой, стой. Вот я включил передний. Передний блок выключи, ты не заедешь. Пускай передний. Очень скользко. Только левее только. Чуть-чуть левее. Нет. Ага, 66 проедет, я верю в него. Чуть-чуть назад.
иди мотай лебедку. Сзади самоблок. Иди мотай лебедку. Чуть не проехал. Правее надо было. Сейчас назад вытащим и правее. Сегодня бампер выровняли. Да? Да, в прошлый раз его загнули. Ну так оно ж тут все в равновесии. Проеду, такие жабы шикарные, красивые. А я иду с лебедкой. Сам сказал едь. Сам и тяни теперь. Тяжелая. Я думаю, за березу. 29 сантиметров. Все. Все. Натягивай. Да. Это жестячок, конечно. Это просто жестко. Натяжка пошла. Как дети в школу, это ГАЗ-66, детка. И поехал буквально метр, блин, он и не сидел особо. Так, дельфин перебежал дорогу. Примета неплохая. Отцепил? Едет сам. 40 метров троса. Не лишняя позиция. Самоблоки чуть-чуть не хватило. Короче, шашига на кразовских — это круто было бы очень. На спущенных кразовских. Так, там кто-то. Там кто-то дубасит. Ого. Это Андрюха, ё-моё. Пропустили весь экшен. Он, блин, ничего не говорит. Ого, красиво. Красиво. Постой, стой, стой. Скажите, что постоял. Тёма, Тёма, стой. Андрюха тут. Давай, нормально шел, красавчик. Блин, жесть, тут засасывает. Тяжело ходить очень. На, Леня, цепляй куда-то. Давай. Его хер выбежь потом. Андрюха, влево руль только, влево руль. Андрюха, влево руль. Влево руль. Еще влево. Камера не передает вообще, да, но это жесть вообще. Просто капец. Отчаянный. Без башни. Влево руль. Еще влево, еще влево! Это жестячок был. Прошел, конечно. Я слышу. Я думал, в объезд кто-то поехал. Слышал, что что-то гудит. Я не пойму, думаю, что у нас сзади скрежет какой-то стоит. Не мотает? Не копай так сильно. Давай,
Отлично. Ох, и маньячело, просто нереальный вообще. Это просто маньяк, видишь, на его месте мог бы быть ты. Но ты, правда, лежал бы в луже. На боку, а там мои кроссовки слева за тобой лежат. И мои тоже. Да. Ни хера не сняли, как ты залетел. А как ты ходом залетел? Ну, я так ехал, хотел типа на диагоналку туда поспеть. Ну, на диагональку. Впереди же нет блока, сзади только, да? Тут надо блок... Или самоблок впереди? Самоблок кончили. Кончили. У меня был план вот доехать вот сюда, а потом вот тут уже проскочить вот так. А потом что-то я... Ну давай, едь, попробуй. Леня, давай, пока все тут, за Андрюху давай. Зацепись. Да давай, ну ты че, ну че мы так ехали далеко? Уже приехали. Да 40 км от Киева, специально вот это перлись. От тебя вообще 40, 57. Давай. Ну раньше тебя не надо было два раза просить. Что-то уже не то, блин. Макс это увидит видео, будет, блин, разочарован. А Витя вообще отпишется. Я проехался, половина вот по той... По то не считается, не-не-не, то не считается. Возврат давай. Опять будем его лебедить. Да не, он проедет ходом. Тут яма тоже знатная. Ходом давай. Да не, ну тут для шашиги не нагрузки. Тут для шашиги это не проблема вообще. Ох ты ж, блин. Назад! Красиво очень даже. Вот это круто. Давай толкнем, может. Попробуй влево рули вперед. Или влево назад. Назад давай. Это жесть. Теперь ходом назад! Ходом назад! Ровно руль пусть стоит! Ага. Это я тут нарыл. Блин, упирается мостами, это жесть. Попробуй, может разобьешь. Лево, да. Должен пробить. Должен пробить. Еще немного. Давай назад и еще сюда. Это вот он. Палка. Крис, отойдите. Давай назад еще. Это жестячок. Попробуй туда. Вправо руль, выровняй руль и назад к коксу. Дерево его держит. Где? Тут большое дерево. А, вот эта палка? Да, он ему в колеса заходит и смотри, видишь, там, смотри. Да, сзади? Смотри, видишь? Убирается. Он назад не может выехать. Лень, а вот эту палку назад, может, вымем? Давай. Стой, постой! Он назад не может выехать из-за нее. Болото пошло на девушку. Нормально покормил. Все. А лево руль. Думал, кушать хочет, да? Право руль и назад. Все, назад, право руль и назад. Право руль. Теперь коксу. Полный газ вперед. Как в стену, да? Может вправо руль вперед попробовать?
Давай назад и потом вправо руль. Ёханый бабай, колесо заднее оторвалось. Давай направо руль. Колесо заднее в воздухе. Да, я вижу. Охренеть вообще. Вот это жестячок полный. Все, мы его на бок положим. Все, на бёдка, давай. Блин, чуть не проехал. Я на тебя еду нашел. Это мне, Алиш? Да, будем кушать, да? На обед? Звони Михалычу, пусть костер разжигает. Ты самый, на костре. А вы что это? Отпусти, не мучай. Отпусти, не мучай, я тебе говорю, живодер. Смотри, какая ранжуна. Отпусти место. Отпусти, блин, зверь, блин. Красивая какая. Это не та, я думаю. Какая красивая. Ну, если съесть, то может и... Подожди, что под шишигу не попало. Ты сам. Попадет под уазик. Помогай! Оп! Лебедка закончилась! Все, отдай, отдай! Сейчас последний едешь. Чуть-чуть назад, чуть-чуть назад! Он сейчас еще ниже сядет, не надо. Не-не, чуть-чуть. Чуть-чуть. Не, чтоб ход был. Хорош? Теперь коксу максимум. Лево руль и вперед. Давай, копти. Лево руль. А, ну это зверь, а не машина. Сомневались еще, Леня. Сядет, сядет. Это не самурай, это серьезный внедорожник. Слышь, Андрюха, с каждым годом уже как в УАЗ, как я как свой вроде залажу, блин, по высоте. Все выше и выше. Знаешь песню «Все выше»? Выше и выше. Пороги на этом патриоте. Что там, все уже просто? Так, тут очень жесткий пилот. Давно я тебя не снимал с этого ракурса, Андрюха. Уже года полтора. Так, тут объехавшие приехали. Тут-то нормально прорубились. Да? Да, ямки добавляют этого самого. Экстрима. Да, мне понравилось. Хорошие места. Не, ну на этих колесах Патриот это другая машина уже, да, Андрюх? 37 или 5? 37. 37? 37, да. Ну они на нем, видел, как смотрятся, вроде 32,5. Вот в той глубокой, где шишига, там как-то траекторию надо брать. Вот в этой? Не, в следующей, тут да? Еще проедет. Тут, может, право или слева? Не, слева мы тут ездим все время, он ездит. Слева уже он не первый раз здесь. Ого, ступенька. Достань, только посмотри, вот слева. Чтобы подожди, попасть. Чтобы Элька проехала еще. А, Элька слева берет одним колесом и проезжает. Да? Да? Подожди, что-то он не едет уже. А он сел. Задним мостом, наверное, зацепился. Сейчас, может, пробьет. Вперед он, понял? Да не, задний мост зацепился. Да. Угу. Он вперед ездит, понял, а зад. Сейчас, может. Не, все, за нами. За нас надо, чтобы лебедился. Не, не выйдет. Динамику снимай. Запорожец знает дорогу. Наверное, да. Похоже. Вот теперь разбул. А было не разбуто. Да, хорош. Дай назад, друг. Запорожца есть пробитый маршрут, проверенный.
решение с сеточкой. Это сетка, чтобы мыть сетку, а не радиатор, да? Да. Вынимаем раз в месяц, на ней пух, куча всякой дряни и все такое. Класс. Вот она, большую часть такого крупного, что забивает, она на себя принимает. Тут что, опять оффроуд? Ёлки-палки. Перекрестик. Что-то тут все жестче и жестче. Кто-то раскатывает это, да, пока нас нету? Кто-то по ночам, наверное, ездит здесь. Запор за нами, не отстает. Идет. Красавчик просто. Просто красавчик. Это вообще фантастика. Очередной раз удивляет. Скажи, что я сел к тебе. Руслан до мене сів. Так, там Элечка. Давай подождем, чтобы проехала. Ну, мало ли что. Красиво идет. Поехали. Нет, стоп, сел. Блин, рации нету. По сигналу нет сигнала. Догнать? Догнать, говорит. Побегай фарами. Фары мигают. Блин, вот это мы. Опа, догнать, говорит. Стой, Андрюха. Я его остановил вместо сигнала. Л-200 силу! Это как в анекдоте. Л-200 силу! На выезде. Запор проезжает, Элька садится. Это вообще жесть. А что тут? Лужа? Не знаю. Пилотирование надо снимать. Поздно перевел. Не, нормально, успел. Блин, ну тут руль, у тебя руль как новый, слышишь? Ладно. У нас на желтом как-то изношен сильнее. Какого это года? 89-го. А, ну так это свежий, что ты хочешь, там 84-й. Уже три раза капиталку. Три раза капиталку? Давай, оно сидело где. Спорткупе, я вышел. А сейчас Андрюха подъедет по прямой, давай, подожди. Та давай за Запорожець. За дерево. Мене передні тормоза утягнули. Та я рукою подержу. Тормоза держи. Давай. Стой. Не, фокус не удался. Чуть-чуть не хватило клиренса. Не чуть-чуть, на самом деле не едет так, как хотелось бы. Еще не едет, ё-моё, что ж такое. Ну, теперь все точно, все, мы летим наконец-то. Тут уже, я думаю, нигде никто не должен застрять. И мы в лагерь. На обед. Если остался еще. Блин, классно летом, конечно. Такое ощущение, что лета еще не было. Хотя уже второй месяц должен идти. Май обычно лето полноценное. В этом году май как март, я уже говорил. Нам неплохо, в принципе, есть где покататься. Ну я просто акцентирую на том, что, блин, плюсинг дно
плоско, він скользить. Так, да, дно плоскоє проходить, звісно. Да, вам треба залупати в ньому знизу ці палки вісати, вони сопротивлення да. Создають. Ну, нічого зробити, сюди приїдете, так. Потягаємося ще. Ну так. Да. Так, это серьезные автомобили тут не могут проехать, да? Тут только внедорожники настоящие, заряженные идут. А вот тут я бы тоже прошел бы, если не упал бы, да? Тут сложно не упасть еще на моих сликах. Но в Горбатом, слышишь, получается, первая вообще занижена, я на второй еду спокойно. Ну, я надо пых-пых-пых-пых на второй. Ну да, это не плюс коробки, она как понижена. Она да, первая, ну тридцатка, видишь, занижены все передачи получаются. Главное, наверное, занижена. Наверное, да. Получается, хорошо едет. Там, если с заваренным дифом и тракторку назад кинуть, маленькую, тринадцатую, то Горбатый поедет неплохо. Ви що не будете подкрусувати делать? Та ні, этот не будем. Так, приближаемся к лагерю опять. Они, наверное, уже поели и уехали. Ё-моё. Как мы идем. Горбатый не угнали хоть. Не стоит. Не, уже кто-то гонял. Ну вот он у вас на БТРовских, Яна уже там пилит контент. Что с вами? Все, уехали люди. Мозоль на пальце. Да? Балабашки не хочешь? Нормально тут. Поджарь? Михалыч рулит. Подогреть. Пока мы рубились, все уже поехали дальше.